Все, выключай. Будем снимать яхту. Amazing Enterprise. Идем на Кафедральную площадь. Не знаю, сзади. Нету сзади. Все, собрались. Че Андреев должен? Еще три человечка. Четыре. Мама дорогая. Да. Давай как-то против. У нас получается половина группы нет, да? Ничего страшного. Да ничего страшного. Эй, команда! Хорошо, ребят, смотрите. Значит, мы сейчас находимся на Кафедральной площади. И все, что вы видите здесь построено, не позже 18 века. Мы сейчас стоим на солнце, не жарится ничего, я сейчас не буду вам никаких не рассказывать. Я вам показываю, который был построен еще иезуитами в начале 18 века. И сам собор действующий. Это самая главная церковь католической Голланды. И самое интересное, то, что в этом соборе хранится прах самого Христофора. И написано, что прах Колумба хранился там до 1898 года. Христофор. Российский видишь оружие? Которая вместе с ним партизанила, но он так он на ней не женился. Женился на другой. Да, поправиться, понимаете? Да. На это можно поставить. Я попытался его. Thank you.
Вот народ пошел на нашу яхту. Вон там самая большая мачта.
наша. Ну что, вот оно счастье. Олежка. Леха. Ну как тебе? Отлично, супер, супер. Ложкомойка большая такая, да. Да. Думаю, что такое? Снимаю на камеру, какая-то темнота. Я не снял крышку. А? Ну-ка покажи. О, классно. Это вещь. Такой пульку цепляешь, нет? Вот здесь такого течения нет. Мне кажется, кто-то тут слишком много ест. Слушай, что? Ага. Не видно такой ничего. Сейчас нацелился. Первый день. Да. Олежек готовится на трулинг. Вперед давай. Ух ты. Ух ты, это.
Нотуна. А вот это. Это фамилия де Кохинеро. Кохинеро? Подержи. Я сейчас варечка возьму. Just a moment. Just a moment. Bueno, la segunda que tenemos. Mira, cuidado, no se parte el cabo. No se parte el cabo. Возьми фотик, ну-ка, сними. Сегодня на берег. Про нее и говорит, а ты что уточняешь? Мы все поняли и так. Платье жалко новое. Давайте, он и не такое видел, да. К нему и вечерник приходили. Все собрались на игуан. Посматриваешь. Да. Юная натуралист. И ходил фотографировать. Да. Наша яхта. Мне нравится, когда ты рассказываешь, какая она внутри, и прекрасно приедет. Да? Мне ее помощь. Не, на Кубе просто других нет. Самое лучшее. Да, на Кубе самое лучшее. Поэтому действительно самое лучшее. Мне больше всего, знаете, что понравилось в этой яхте? Ее название. У меня название Кубе, классика Сарфрайз. А вы можете? Они любят отравленную тоже. Они уже при... Вода прозрачная, но...